Итак, поехали. А сейчас начнется учеба, более тонкая, я скажу. Может быть, кому-то надо, и кто-то только подключился к нам. Может быть, окажется, что тяжеловато. Но я попробую сделать, что это станет понятно всем. Мне так кажется. И эти тонкости, это то, что никто не видит в упор. Хотя ничего, я не, вроде бы никаких хитростей. А посмотрите, как интересно. Вот эта железа 30 лет назад. Я сразу начал выращивать, я сразу нашел это здорово, уссурийскую грушу. Какое-то наитие, что я прививал у самой земли. Я еще тогда не знал, где прививать, я потом, ну, журналы, книги, эти журналы и статьи, и оказывается, прививать на разной высоте. А именно вот это, а мне кажется, ночью приснилось, кто-то с неба нашептал, есть такое у меня впечатление. И получается это правильно. А дальше я уничтожил раз, два, три, четыре ветки. Как меня учили. Красивый саженец. Вот вся подлость в том, что он красивый. Перед вами железо назвать себя прилипнет. Вот. И вот они ярусы, все как снова ветки уничтожены. Вот это с этого я начинал. Теперь смотрим, как оно нормально будет. А нормально 21 век, примерно 18 год. Вот эта дама со злобой уничтожает все подряд. Заметьте, скороговорка, все, что растет вниз, все, что растет бок, все, что растет вверх, все, что растет внутрь, все, что растет. Вот, вызубрила, а теперь же, и она же подходит к дереву, пока не забыла, и пошла. Вот это нынешнее, вот это мы с ней братья навек. Нет, мы разошлись, наше мнение. Вот. Говорите ее, что это такое, я уже 100 раз говорил. Дачная фея. Наберите дачной феи. Вот. Не дай вам Бог повторить все, что она делает. Это она же. Это уже 21. Это несколько дней назад она. Знаете, что она сделала? Сейчас поймете, почему я сравнить буду. Она взяла, выбирая, чтобы все ветки, будущие ветки должны быть горизонтальные, уничтожает все. Вот. И подряд. А на таком дереве таких веток сотни. Ну, и на все сотни сил не хватило, но хватило, чтобы показать принцип. А дальше мы сами должны ходить часами вокруг каждого дерева и резать, резать. И вот смотрите, что получается. Я вначале вывод. Вред, как от атомных бомб. Поймите, когда вы все это в целом увидите, вы придете в ужас. Я сейчас начал с ними, они еще не знают. Вряд ли их руководство за эту ихнюю дурь напишет, как бы это сказать-то. Вот где она у меня. Вот она, садоводство. Вот первый фильм, видите? Нет. А, нет, это я попал в Галкин сад. Нет, это я. Сейчас. Это не начало было. Нет, это было начало. Сейчас я вам покажу самую первую. Самую первую. Просмотр, витамин, просмотр. Так. Очень жаль. Или вот так надо сделать. Это вы все будете показывать? Да нет, не все. Я еще ту самую. Ладно, мне повезло, в другой раз покажу. Так, самое главное, что я хочу сказать. Обращаюсь к спецслужбам США и Англии. ЦРУ. Вам не снился такой вред. Дилетанты вы, это шутя, а не диверсанты. Вас всех надо отправить, во-первых, надо бы уволить. А те, кто не волит, отправить в Россию учиться у феи уничтожать деревья, травить их, почву и плоды. А значит, и детей будущей страны. Открываю величайший секрет. Нас, россиян, не надо даже химоружием травить, даже дустом. Сами отравимся. Теперь смотрите. Итак, и в прошлый раз я вам показал фотографию яблони, и там на концах веточек висели плоды. Я сказал подробнее потом, я не могу успокоиться, потому что тот бред, который 5 дней назад несла. То есть по ее бреду мы должны были вот эти все до единого цветущие, вот эти все цветы отрезать просто вместе с ветками. Ну такой бред. Вот. И что получается? Чтобы спасти миллионы деревьев, становлюсь виртуальным президентом и жертвую груши яблони. Представим себе, что у меня абсолютная власть. Ну, примерно, как у Путина. Ненадолго. Мне хватит несколько часов. Итак, приезжает Воронок за Платоновой. Так, я не шучу, Елена Александровна. Вот. И вот я, это то, что я пишу.
приказал. И, ну, дальше я лучше своими словами. Приезжает Воронок за плату. Ее это, за ручки. Ей говорят, с вами ничего не случится. Мы вам даже заплатим командировочное. Но вы должны показать свои умения именно в Сибири. То есть садят самолет вместе со спецназовцами, чтобы не убежала. Приезжает дальше Абакан, дальше Саяногорск, дальше Красный хутор Шушенского района. В руки секатор. Я стою, жду ее. Пока еще президент. Потому что власть моя, это, я говорю, вы прочитали, какие ветки надо отрезать, какие надо нет. Вы научили сразу, а ведь это же Первый канал, вы научили сразу миллионы садоводов. Не все смотрели, но у нас все любят сады. А теперь не тогда, когда вы показывали на дереве, на котором не было ни цветов, ни плодов. То есть вы еще умудрились, наглость была такая, с листьями резали. То есть все-таки это не зима, обычно зимой показывают. Они безобидные ветки, их вроде много. А теперь отрезайте. После этого заплатим командировочный, вас отпустим. Никто вас не арестует, никто вас не тронет. Просто на глазах камеры стоят, там первое телевидение. Обязательно первое. Остальное ладно. Вот. Ну, еще какие-то там дальше телеканалы. Все ждут. Итак, включаем микрофон, запись вашего голоса. Вы говорите. Значит, отрезаем все ветки, растущие вниз. Так, отрезали. Отрезаем все ветки вертикальные. Отрезали. Вот Платонова звонит. Из Москвы. Алло, Железов, как раз из Москвы. Алло, слушаю. Отключился. Кстати, московский. Наверное, московский. Но... Так, кажется, это моя последняя передача, ребята. Вот. Как она резала, смотрите. Не могу я. Вот. И потом, теперь покороче. Все, что внутрь, мы потом, какие детали, мы будем ниже уже на моем примере, на моих примерах. И я представляю, все до единого цветы с кусками веток валяются на земле. Я говорю, благодарю. Вот, вы показали, что этого, все видят, что этого делать нельзя, вы сыграли свою роль. Я вам даже благодарен. А то, вы знаете, не одна же Платонова учит этому. Это вся гигантская литература этому учит. Так ведь? Вот. Не знаю, как она зубрила. Все, что вверх, все, что вниз, все, что бок, все, что внутрь. Все, что это пересекается, все волчки, еще штамп. В общем, понятно. Вот. Идем дальше. Подтверждение моих слов. Это груша. Никто спорить не будет. Вот эта груша на концах веток начинает это, делает это самое. Урожай. Вот я выбрал таких у меня... Ну, можно было сотни фотографий делать. Они действительно, даже у взрослых деревьев, вот так вот плодоносят. Все, что вы читаете, подношение на ветках второго порядка, третьего, ну, то есть наоборот, предпоследнего года, когда они выросли, и двумя годами раньше. То есть, если это прирост последнего года, то прирост предпоследнего года, там они должны расти, а они сразу не хотят. И, да, вот, вот. Ладно, вы скажете, нашел такую грушу, прицепился к Платоновой, которая, в общем-то, она не могла отступить, она же этот, кто, филолог, она не могла отступить от этого. Ей приказали, она вызубрила. Вот, только вид делает, что это. И из книги пишет. И такие тупые. А вот это вот, тогда я взял, что? Мелбу. Итак, давайте посмотрим. Где? А это не молодой. То есть молодой, но это не первый урожай, когда на концах может. Тут и ветки второго порядка, третьего порядка, четвертого порядка, пятого порядка. Где цветы? Ну где цветы? Вот. Где цветы? На концах ветки. Ну. Нет, я не говорю, потом они появятся. Но вот это вот, на черта, вот это все отрезать. Они, понимаете, они, где-то когда-то кто-то первый это придумал, так, а остальные давай все это повторять. Вот. Это дошло до абсурда. Почему? Все, я снимаю с себя президентские эти самые, сейчас за мной Воронок приедет. Вот. Нет, в сталинское время можно было, то есть тут же звонок КГБ, а он дискредитирует науку. Наука говорит, что вот этого не может быть. А, вот. Вот. И еще. Ну, я знаете, что я сделал? Ну, снимки-то не свежие. Я их использовал где-то даже в книгах, да? Но я взял, не поленился. Ну-ка, смотрите на дату. 1 ноября. 1 ноября 2020 года. Вчера я подхожу к первому же дереву. Ну, что, нарушил?